Олеся, спасибо. Ждем от вас подробностей в следующем выпуске. А сейчас к новостям культуры. Андрей Звягинцев представил в Новосибирске свой новый фильм «Нелюбовь», получивший приз в Каннах. На специальный пресс-показ пригласили представителей региональных и федеральных СМИ, в том числе телеканал «Катунь-24». Режиссер ответил на вопросы журналистов про съемки, награды и суть фильма. Картина «Нелюбовь» рассказывает о семейном кризисе людей, которые прожили в браке более 10 лет. Оба завели отношения на стороне и желают скорее начать новую жизнь. В процессе бесконечных ссор родители забывают о 12-летнем сыне Алёше. Не выдержав скандалов родителей, мальчик уходит из дома. Родители бросаются на поиски сына, и за судьбой мальчика зрители теперь следят во всех кинотеатрах страны. Главные роли исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. Что единственной эмоциональной целью, именно эмоциональной, является идея о том, желание, чтобы зритель, посмотревший картину, пришел домой и обнял своих близких. Это не приговор, это не морализаторский тон, который позволяет нам вот высказывать такие вещи, как там, таким родителям нельзя позволять рожать детей или что-то подобное. Это просто призыв быть более чуткими к соседям, к близким, к мужьям, к женам, к своим детям, к своим родителям. Вот и все. Добавлю, пресс-показ прошел в Новосибирском кинотеатре «Победа». Отмечу, Новосибирск стал одним из немногих городов, где Андрей Звягинцев презентовал свой фильм лично. В день премьеры 1 июня были раскуплены билеты во все 7 залов кинотеатра.